друзья, хочу вам показать вот этот раритет. В моей жизни он имеет значимую роль. Я на свое первое свидание с мужем не успевала в Дом культуры на фильм, и меня подвезли именно на вот таком. Пупукалка, мы когда-то на нее говорили, эта машина называлась Пупукалка. В основном ездили на ней инвалиды, потому что выдавали инвалидам. И вот такая красивая. Я думала, их уже не осталось. Все-таки где-то нашли этот раритет. Настоящий раритет. Сколько же лет этой машине? Хочу сказать, что на свидание на этой машине меня подвезли. Это был 1988 год.